Друзья, всем привет! Итак, отбродило наше пиво. Вон оно там. Сейчас будем разливать его по бутылкам. Сейчас обработаю вот эти бутылки. Буду обрабатывать перекисью водорода 3%. Сполосну, ну, налью туда. Оно немного постоит, сполосну водой. Ну, что получится, то получится. Разольем пиво, потом покажу вам. Забыл сказать, сейчас бутылки налил перекиси, поколотил, он где-то минут 15-20 постоит, потом промою водой проточной, у меня колодезная вода с крана идет. Потом буду добавлять фруктозы из расчета 8 грамм на литр жидкости. То есть получится в 2-литровой бутылке 16 грамм буду добавлять фруктозы, в полторашке буду 12 грамм. Это для того, чтобы образовались газы. То есть это повторная карбонизация пива. Вот, сейчас ждем, потом будем разливать этот чудесный напиток. Вот, друзья, добавили фруктозы. Здесь по 12 грамм, в 2-литровую 16 грамм. Сейчас будем разливать наш напиток. Вот, друзья, смотрите, покажу вам, как я приспособился переливать. Это у меня 2-метровый шланг. Вот, это шомпур. Видите, я привязал его, зафиксировал, чтобы он уперся в дно. И там остался осадок на дне. Вон там он, который мы не собрали. Друзья, 21 день оно у меня играло. Получилось, видите, ровно 20 литров. И Оксане Сергеевне на пробу. Ну, посмотрим. Все, друзья, ставим, тут уже, ну, я уже показывал, ставим на карбонизацию и через недели 3 будем пробовать. Все, всем пока.